Telegram, telefonla bize Galasa, galarit baka. Ара, и пальто на гвозде, шарф в рукаве, и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу, может сердце, может стук в дверь. Когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слово. Yeah.